Торжественный момент. Здравствуйте, дорогие зрители. По какому поводу мы собрались? По заказу Гостелерадио. Да, нескольких родственников. Сюрстрёминг. Может, воды побольше? Повторите. Побить? Сюрстрёминг она называется. Сюрстрёминг. Вот эта баночка специально куплена осенью прошлого года. Она уже немножечко спучилась, как и полагается. Сюрстрёминг. Она уже снимает, да. Так. Ребята, камера бы не сломалась. А ты сам-то? Как же? Он сам купил, сам. Я за него волнуюсь. С ума сойти. О, видите? Бульки все пошли. Все. Никакого взрыва не было. Бля, может быть, а вонь пошла. А мы... На нас ветер. Дай понюхать. Да! Почувствовал. Все ощутили? А мы сразу ощутили. Ну, знаете, есть, но какой-то непонятный. Поэтому вы и не чувствовали. Это, да, было. Уже ветром унесло. Мне кажется, мне сейчас нос даже разломит. Почувствовал, я в ветке пробьет. Сейчас я вирус сдох. Лучшее лекарство от насморка. О, Вер, можешь сделать уже просто снимки даже. Бабуль, ближе. Так почему? Вот. Чтобы запах был. Да. Мы наливаем водки. Потом перевернуть вот так. И теперь фотоаппарат. Так, теперь она заливает. Это ваша заливная рыба. Заливная рыба, супер, да. Ну, я, в общем, не такую тёпленькую. Да. Лучок. Это не надо. Ну, с днем рождения! Фиболетчиком, да. Чувствуется, Паш, тебе понравилось. Как говорят в Одессе, слышь, чтоб ты был здоров. Чтоб ты мне был здоров. Это не помешает в данный момент вам. Да. Все. Так. Аккуратно, медленно проведи вокруг.